Представляю вам победителя тематического тура «Весна» творческого конкурса «Handmade» Викторию Зайцеву. Виктория живет и работает в городе Бровары, Украина. Она создает чудесные украшения из бисера. Виктория рассказывает: «Я работаю с бисером уже 15 лет. Начинала я с лариатов, которые плела в разных техниках. В дальнейшем перешла к другим видам украшений. По профессии я художник, всегда очень любила рисовать цветы и сама их выращивала, особенно розы. Может, поэтому я стала делать колье с цветами, среди которых преобладают, конечно же, королевы садов розы. Люблю делать колье с маками, они у меня есть почти всех цветов, какие есть в природе – оранжевые, красные, розовые, голубые. Недавно я стала делать броши с тюльпанами. Эти цветы дают огромный простор для работы, широкую цветовую гамму. Мои интересы не ограничиваются колье с цветами. Я прожила почти всю жизнь на берегу Азовского моря, и морская тематика в моих украшениях не прошла мимо. Я часто использую настоящие морские ракушки, жемчуг и перламутр для своих морских украшений. Очень люблю работать с натуральными камнями-самоцветами. Я давно интересуюсь различными камнями, их влиянием на человека, умею подбирать камни по знаку зодиака. В своих украшениях я часто использую натуральные камни – агаты, всевозможные сердолики, жадеит, эвдилоид, оникс и многие другие. Всегда стараюсь, чтобы камень мог непосредственно контактировать со своим будущим владельцем, отдавая ему свою силу и энергию. Иногда работаю с полимерной глиной, которую я сама могу превратить в красивые цветы. Но больше всего я люблю работать с камнями и с хрусталем. Очень часто в моих колье можно увидеть лэмпворк. Эти очень интересные бусины в виде цветов, раковин, кувшинчиков прекрасно дополняют мои украшения. Бусины лэмпворк я покупаю у прекрасных мастеров из Израиля или Японии. Спектр моих работ очень широкий. Я делаю колье, браслеты, серьги, броши, кулоны. Декорирую бисерными элементами промышленные дамские сумочки. Мои украшения никогда не повторяются, ведь изделия ручной работы невозможно повторить. Даже если я делаю на заказ колье повтор, оно выйдет все равно другим. Я народный мастер Украины и люблю делать украшения в стиле этно. Мне нравится делать этноукрашения более современными, приспосабливая их к нашему времени. Так у меня появилась целая серия женских галстуков в стиле этно, намыста из стекла и натуральных кораллов. Покупают мои украшения по всему миру. Уже несколько лет у меня есть магазины на различных международных торговых площадках, и мои колье разлетелись в разные страны – в Австралию, Японию, Канаду, США, Европу, арабские страны. Также я делаю мастер-классы по многим моим украшениям, и они пользуются популярностью. Ссылки на мои магазины и страницы в соцсетях есть в описании этого ролика. Вы можете связаться со мной на любом из этих аккаунтов, а также встретиться со мной на международных выставках в Киеве, которые проходят у нас 2 раза в год, и участником которых я являюсь постоянно. Желаю вам всего самого светлого в этой жизни, и пусть мои украшения принесут в этот мир частичку красоты и добра.